Меня бомбит, тут горящая тема подъехала. Чисто случайно нарвалась сегодня. А еще вот была у меня мысль на такую социальненькую тему записать видео, значит, про вот это наболевшее, алименщики наши. И тут, значит, Ноздрев, Драчев, это ведь посмотрит какая-то часть мужской аудитории и смеканет, типа, ага, ну почему, неплохо, действительно, мужик говорит, по факту все разложил. Хочется просто задать вопрос, кто тебе вообще позволял брать в руки телефон и в соцсети заливать подобного рода видео? Чувак на серьезных щах заявляет, что он никому ничего не должен. Меня вообще, блин, категорически бесит, и я не понимаю, почему сейчас, вот в наше современное время, как-то стало модно говорить, никто никому ничего не должен. Блин, ну не должен ты там соседу своему, да, условно. Но когда вы живете на одной территории, если вы имеете общих детей, если вы когда-то решили, блядь, узаконить свои отношения, развод, оно может быть и лучше, да, зачастую бывает так, что люди расходятся, и действительно развод пошел на пользу, и у детей здоровая психика, и люди потом еще находят себе вторые половинки и живут долго и счастливо. Дай бог еще, если и потом общаются хорошо. Если ты физически не можешь быть теперь папой и уделять ему должное время, то, конечно же, мы прибегаем к материальному какому-то замещению. Ты, как прежде, остаешься отцом. Да, ты физически не можешь уделить ему максимально свое время, в силу того, что он будет большую часть проводить с мамой, но ты возмещаешь и компенсируешь это материальным составляющим. То есть ты вкладываешься, обязательно вкладываешься. Ты не забиваешь болт и не говоришь, какая она чушка, срушка. И сидит какой-то Драчев, прости господи, из ТикТока и говорит, значит, что женщина, оказывается, очень жалко выглядит, что развили в себе какие-то дары и способности, гадалками стали, психологами, например. Априори, блядь, родился с яйцами, то ты и есть равно мужчина, это ответственность, серьезность и безопасность, что ты есть для женщины. Если ты этого дать не можешь, то иди ты нахуй. Как у тебя, блядь, рот поворачивается сказать, что этот ребенок, если ты его оставила себе, то он мне никак не принадлежит. В смысле, блядь, тебя что, какая-то, я не знаю, потаскуха воспитывала или что? Вот у меня такое впечатление создается. Ты вот отказываешься от своего ребенка. Вы имеете полное право требовать с этого человека для блага вашего ребенка. Что там этот Ноздрачев наговорил? Вот пускай мамка его стоит в очереди за макарошками в светофоре, а он ей скажет про инсинуацию и ответственность. И ТикТок освоили мужики. Мне кажется, вы зашли не на ту территорию, мужчины, правда. Ну, серьезно. Ну, наверное, пора, да, вот взять всю волю свою и чем даровал вас Бог природной вот этой силой, силой воли, физической силой, выносливостью, и идти уже просто ебашить на благо своих детей. Давайте вот хотя бы сомкнем круг на детях.